Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня с вами в Заре. И я буду снимать вам новую коллекцию, потому что от клиренса практически ничего не осталось. Но примерок сегодня не будет, я прошу прощения, просто потому, что хоть ничего не осталось от распродаж, но в примерочную стоит очередь минут на 40. Я решила в следующий раз, когда уже совсем закончится распродажа, тогда я сюда приду за примерками. Народу, как вы видите, полно. Снимать совершенно невозможно. Но давайте начнем с чего-нибудь. Вот хотя бы с этого прекрасного платья. Стоит оно $100. Цвет не передает, оно такое горчичное. Похоже на хлопок с примесью льна или вискоза с примесью льна, по ощущениям. Но цена, конечно, дороговата. Ну, как бы без распродажи в Заре покупать очень трудно. И вот рядом висит вот такая же блузочка, тоже, судя по всему, хлопок со льном, за $65. Красивая такая отделка сверху на плечах и по всей длине, и вот так вот такая вот отделка внизу. Очень симпатичная вещь. Это, кстати, я ее показываю, она висит на левой стороне. Вот так это выглядит. Симпатично. Ну, здесь вот эти вот шлепанцы, которые Зара делает каждый год. Взяла она идею, есть шлепанцы Сен-Лоран, такие же, вот $50 они стоят. Я не знаю, если это кожа. Да. Вот видите, написано, что это кожа. Симпатичные такие вот шлепки, но, как бы, конечно, идея взята. Ну и бог с ним, да. Вот здесь я начала рассматривать вот эти вышитые блузки у них. Тоже уже довольно давно они висят, несколько сезонов. Тоже это хлопок. Я просто знаю, что это хлопок. Я уже давно на них смотрю. $65. Я знаю, что они уже были несколько сезонов в Заре. И вот сейчас Зара перевыпустила их снова. Я даже такую примеряла в одном из своих влогов. Смотрите, какие интересные пуговички. Пару сезонов назад я такую кофточку примеряла. Так, это юбка такая кирпичного цвета. Почем она? По 79. Есть такой же вот жилет. Прекрасный получится комплект. Если в следующий мой приход он еще здесь будет, я обязательно его померю. Льняная рубашка. Еще раз прошу меня простить за то, что я сегодня без примерок, девочки, в следующий раз, потому что очень много людей. Даже снимать очень трудно. А уж примерять. У меня нету времени стоять в примерочной. Вот такое вот платье. Черно-белое с интересной отделкой. $79 оно стоит. Ну, как вы видите, еще все-все летнее. Здесь какие-то веревочки, бубенчики, в общем. Да, вот еще один вариант. Такой же жилет. Жилет. Меня все время ругают, что я снимаю только без воротника, потому что я на уровне своих глаз снимаю, а я низенькая, и поэтому получается, что я стараюсь поднимать камеру сейчас уже, после критики. И вот такая вот же юбка, такая же, как горчичный вариант, только более такой спокойный цвет, более коричневый. Красивая, очень такой кардиган, $65 он стоит, с серебристой ниткой, с люрексом. Как-то он так вот завязывается, в общем, на запах. Очень интересная, симпатичная вещь. Так, здесь все люрекс. Вот еще жилеты. Кстати, как много жилетов, посмотрите. Это жилет с брюками. Но это прям такой мужской вариант. Прям он совершенно мужского плана. Ого, $100 он стоит, этот жилет. Написано, что в нем есть лен. И к нему вот идут вот такие вот брючки, тоже как будто стилизация под мужской костюм. Плохо видно, давайте я вытащу их сейчас. Вот такие вот брюки, абсолютно мужские брюки, но они выглядят как будто бы это мужской костюм. Мы еще с вами заглянем обязательно в украшения. Я купила на распродаже несколько украшений, я вам покажу их, обязательно сниму видео уже из дома. Вот такие блузочки были в прошлом сезоне, до они вышли на распродажу. Были такие синие и розовые, по-моему, тоже вот с камушками, со стразами. Очень симпатично.
Я прям так иду, знаете, вот прям по этому самому, по ходу моего движения. Это что у нас такое? Это брюки вот такие вот. Прозрачной, хорошей, такой приятной ткани. И к ним есть вот такая же рубаха. Видите, какой состав? Рами. 100% рами. И стоит она $70. 80. Для рами это недорого, потому что рами это, ну, вот это новая такая ткань из крапивы. Это очень дорогая ткань. Я знаю, что они иногда стоят дороже, чем шелк. И вот такая вот симпатичная, приятная вещь. Посмотрите. Опасно я пришла в такое время, когда у меня нет времени на примерки. Хотелось бы все это померить. Вот интересный свитер такой из хлопка. Или вроде бы подобие хлопка. $65. Еще немножко люрекса вам. Люрекса много. И вот первое украшение, которое я вам хотела показать. Это такие огромные пластиковые серьги, как будто бы под янтарь сделаны. Стоят они $27. Ну, интересные такие крупные гвоздики. Я люблю такое, но я украшения в Заре покупаю только на распродаже, потому что у меня украшений много, поэтому я дорого платить не хочу за них. Смотрите, какой интересный топик за $80 с какими-то аппликацией. И вот такая же есть к нему в комплект юбочка. Тоже за $80. А вот интересно, в американских. Видите, 69 американских, 79 наших. Вот такое соотношение цен у нас. Хотя наш доллар в последнее время как-то вырос, подрос, по-моему. Но на ценах это особо не отражается. Я бы сказала, что даже наоборот. Желтая тоже красивая блуза летняя. Тоже 100% рами. Тоже $79. Она более яркий цвет у нее, чем на камере. На камере непонятный цвет такой. Он прям лимонный. Красивая, симпатичная вещь. Ну, тут всякие вот такие пончо, летнее платье. Ну, видите, вот все еще летнее. Абсолютно летнее. Еще ничего нету. Какое интересное платье. Как оно интересно сделано. Сзади у него вот такая вот сетка. Стоит оно $100. Здесь у него ракушки пришиты. Но это же совсем, это прям не просто летнее. Это вообще... Я бы сказала, что это пляжное платье. Прикольненько. Какая сумочка хорошенькая. Сейчас я вам ее покажу. Она стоит $70. Это пластик, конечно, но выглядит она как будто бы ракушечная. Вот здесь такой замочек. Очень симпатично, очень мило. Текс. Вот конец распродажи. У них появляются вещи, которые называются, видите, вот такой восклицательный знак стоит. Это называется special price или специальная цена. А, вот они, здесь написано цена 79, по-моему, они стоят 45 или что-то такое. Вот такие вот брюки, они, по-моему, тоже лен с хлопком. Они с вышивкой по низу, вот так вот брючины. И по всей брючине вот такие вот, это не рисунок на ткани, это вышивка. А, тоже несколько сезонов уже они их делают. Они есть... зеленые, видите, с немножко другой вышивкой. И есть синие. Я когда-то тоже примеряла в одном из своих влогов, тоже пару влогов назад, потому что они уже несколько сезонов делают их. Вот такое платье. Интересно, но здесь не стоит его цена. Написано $100, но я знаю тоже, что оно стоит дешевле. Если найду на веб-сайте, то вам напишу и расскажу. Вот это 65, по-моему, тоже это special price, потому что вот оно написано 129 стоило, а сейчас уже его уценили. Из белая вот эта вот сетья. Ну, я обычно не покупаю тоже, я всегда жду распродажи, потому что обычно, ну, на распродаже цены получше. Вот такое платье. Ой-ой-ой, как тут шумно у нас. А, вот видите, оно сейчас 45, стоило 89. Ну, мне такое вообще нельзя, потому что все эти резинки обтянут мое пузо. Я буду как бегемот в нем. Ну, это полная цена. Вот такие вот какие-то платьюшки. Много обуви. Много вот такого вот
всего, что обычно есть в Заре. Красивые разные платки. Я думаю, что это льняной. Не знаю, на вид как будто бы льняной платок. Стоит он $40. Я сейчас посмотрю, из чего он сделан. Да, 50% хлопок, 50% лен. Очень симпатичные расцветки, хорошего состава шарф. Висит это все в таком беспорядке, но это такой явно летний. Видите, какие красивые цвета. А это уже как бы больше осенняя история. Вот такие вот расцветочки. Но есть красивые цвета. Много плетеных сумок, как всегда. Так, давайте я пойду поищу что-то более интересное. А то здесь как-то я что-то стою и ничего такого интересного не вижу. Давайте пока порассматриваем украшения. Смотрите, какая интересная. $39. Это такая цепь. Смотрите, как интересно. Их раз, два, четыре цепочки. И есть такой же браслет в комплекте за $29. Вот такие всякие серьги. Металлически интересные. Вот такие вот серьги. Есть такие разные браслеты. Это, видите, у них много сейчас металлических украшений, без камней. Но у них есть и с камнями. Если я здесь найду, я вам обязательно их покажу. Они очень красивые. $27. Вот такие вот платья тоже $79 из шитья. Кстати, в начале лета эти платья были по 100, по 130 у нас. А сейчас, вот видите, они как-то их выпустили подешевле. Там детский отдел, я там туда не пойду, но я вообще очень люблю детский отдел. Я покупаю там вещи для своих племянников. Каждый раз, когда я езжу в Штаты, я обязательно привожу что-нибудь, много одежды своим. Не племянники, вру. Дети мои племянницы, которые мне как внуки, можно сказать. Я им привожу гору шмоток из Зары всегда. Так, $40. Вот такое шикарное колье. Я вам хочу сказать, я вам покажу в своем влоге, что я купила в Заре. Я точно такое, очень похожее купила на распродаже. Долларов за 13. Вот, они были очень похожие в прошлом, как бы летнем сезоне, и вышли на сейл. А это уже как бы новая коллекция. Вот такие вот серьги, бабочки прелестные. За 29. Посмотрите, какая прелесть. Ну прелесть же, да? Так, что здесь еще? Эти серьги мы с вами смотрели уже. Вот такие вот серьги. У меня есть похожие тоже из Зары. Я вам показывала в своих украшениях из Зары. Вот такие вот интересные. 35. А все-таки у меня еще телефон все-таки хандрит и не хочет фокусироваться. Я так и не разобралась пока. Надо мне запрячь моих детей, чтобы прочитали и объяснили мне, что надо делать с телефоном, с новым. Чтобы он, зараза, фокусировался, а не делал мне козью морду. Ну, платочки всегда. Вот это, кстати, у них, видите, она сделана в форме такой шапочки. Зато у меня сейчас так много памяти в этом новом телефоне. Я могу теперь снимать и снимать. Раньше у меня вечно заканчивалась память, заканчивалась батарейка. А сейчас у меня и батарейка большая, новая, и памяти дофига. В общем, я теперь могу снимать намного больше и длиннее, чем я это могла делать раньше. Так, жемчуга. Прекрасная, красивая жемчуга за $35. Вот такой костюм, смотрите, какой красивый. Брюки за 65. Низ такой, внизу отделка розовым. И есть такой же блузон в тон, видите, в комплект. Можно вместе носить. А блузончик стоит тоже 65. Ну и вообще, здесь как бы мы попали в розовенькое царство. В тему Барби это сейчас очень актуально. $79 пиджак. Не очень дорого для жакета. А, кстати, по поводу Барби я хочу, наверное, записать видео. Может, тоже 79. Розовый, светло-розовый жакет. Посмотрите, красивый. Хорошо так сшит. Нормальный такой. Не очень дорогой. Обычно в Заре жакеты дороже. Короче, ох, красное платье, посмотрите, какая Карменита, какое красивое, за $80, атлас красный, но это для смелых девушек, конечно, да,
Тоже Барби как бы. Так вот, видео я хотела снять, видео про Барби. Ну, не про сам фильм, а про вообще все вот это, что вокруг него происходит. Так, вот такая вот блузочка. Мы продолжаем тему Барби. Все розовенькое. Розовенькое. Розовое странное платье с какими-то дырками в боках. Трудно понять. Вот, красивый сарафан. Смотрите. Это сарафан красивый-прекрасивый. Сверху у него такая вот... О, внизу тоже красивый. Такая накидушка. И низ вот такой вот. Сколько он стоит? Я так всем мешаю со своей камерой. Тут $79. Видите, вот на подкладке. И здесь сделана вот такая вот такая липучка, чтобы он с вас не падал, потому что он без шлея. Очень интересно. Я всем мешаю, все здесь ходят рассматривать. А я с своим телефоном. Все от меня шарахаются, девочки. Вы должны понимать, что я как изгой какой-то здесь. Все так смотрят на меня, как на чокнутую. Ой, какой интересный. Смотрите, какой интересный жакет. Черно-бежевый такой. Слоновой кости молочного цвета. $79. Это не пиджак, это как такая блуза на пуговицах, без плечей, без ничего. Очень интересная расцветка, не знаю, почему-то мне она кажется, что она очень интересна. И такие же брюки расслабленные, на резинке. Супер, давайте посмотрим, сколько они стоят. Брючки стоят 65. Симпатично, очень. Вот такие серьги, так они уже как-то странно здесь висят, вот такие вот. Видите, как они выглядят? С таким зеленым. Сейчас я посмотрю, это камень или это пластик. Не знаю. Здесь обычно написано должно быть. $30 они стоят. Но здесь такими мелкими буквами, что я вряд ли. Но я не думаю, что это камень, потому что он теплый. Но выглядит очень похоже. Не камень, не стекло, видимо, пластмасса. С другой стороны, это хорошо, потому что они не очень тяжелые. Так, мы добрались до самого входа. Тут горошек. О, что, горошек опять в моде? Я очень рада. Я обожаю горошек. Или это просто... Или это опять же тоже в тему Барби. Оно, видите, вот так вот здесь завязывается. Как-то сзади спина такая голая до талии. В общем, такой сарафанчик. У меня есть сарафанчик горошек. Когда я купила, который в Заре, который, когда я была беременна своим первым сыном, не первым, а вторым, вернее, средним. Это, ему сейчас 22, значит, это было 23 года назад. Очень похоже на этот. Мода вообще не изменилась. На горошки мода не... О, вот такой вот, точно, вот такой крупный горох. Ну, не совсем такой, но похоже. Вот такой тоже сборка посередине. В общем, девочки, ничего не выбрасывайте. Все возвращается в моду. Жакеты. $79. Так. Ну, по-моему, я обошла весь магазин. Я не уверена. Сейчас я проверю. Вот эти блузки я вам хотела еще показать. Тоже хлопок. $65 они стоят. По-моему, это хлопок. Ну, может, чуть-чуть какая-то примесь. Очень симпатичные такие вот шитье. Они есть такие пыльные розы. Есть вот такие красивые голубые. И есть белые. Мне нравятся они. Очень симпатичная. Это тоже, похоже, специальные уже цены. Вот такое платье. Но я на веб-сайте что-то не видела. 65 написано. Что-то, может, и нет. Не знаю. Вот это точно специальные цены. Видите, здесь брюки. Брюки вот такие вот. Стоили 8, сейчас 40. Хорошая скидка. В общем-то, половина. Ничего. К ним есть такие топики. Маловразумительные, малопонятные, но в принципе понятные. Есть еще вот такие блузы. Тоже на по специальной цене. Специальное предложение. Не знаю, как это сказать. У нас называется специальная цена. Вот такие вот юбки летние. Смотрите, какая красота. Вся с воланами. По-моему, она стоит... Вот, 45. Стоило 80. Или вот такая вот юбка. Тоже special price. Ну, это, знаете, курортные вещи, я считаю. Курортные вещи для отпуска.
для жарких стран. Стоила 100, сейчас 45. Посмотрите, какая хорошая. Больше, чем половина на нее скидка. И к ней тоже есть топик с вышивкой. Вот такой вот на шлейчках, симпатичненький. Вот такой вот топик. Здесь вот это все вышивка. Ну, открытая спина, конечно. Это вот на курорт поехать. Сколько он стоит? И он, ого, 29, был 65. Хорошая скидка, правда. Но это, знаете, для девчонок, молодых, худеньких, стройненьких. Симпатично сделано, очень мило. Почти уже ушла, но нашла вот такой интересный стенд с украшениями в серебре. Посмотрите, какое интересное колье. $35. Какой интересный чокер. Интересно, очень люблю такое. Я себе похоже купила, помните, в секонде. Только у меня там был такой матовый. А вот эти какие интересные сережки, смотрите. А две серьги, это пара. На одной просто бусинка такая, на другой жемчужинка. $27. Прикольно. Такой браслет. $29. Красиво. Резинки, он интересный. Да, резиночный. Я не люблю браслет на резинке почему-то. Такой вот набор. Две цепочки, цепь такая и цепь со стразиками. $35. Да, неплохо, симпатично. Вот просто есть такие же серьги, как... А нет, не такие. Есть серьги были такие в золоте, я вам показывала. А эти 27, видите, в серебре и со стразиками. Очень симпатично. А есть вот такие вот интересные. Просто вот такая вот загогулина серебряная. Очень прикольные. Вот в Заре, конечно, украшения очень интересные, такие с фантазией. Ну и вот такой просто обычный чокер. Обычный, ничего в нем нет. Вот так я еще нашла украшения. Такой интересный стенд. Вот эти платья мне тоже нравятся. Они из новой коллекции. $80 они стоят. Из такой приятной, такой немножко прозрачной ткани. Очень свободные, такие расклешенные парашютики. Красивая расцветка, зеленая с белым. Я их очень много уже видела на людях. И вот это платье я вам хотела показать. Видите, я вам там показывала за $80 платье. И говорила, что оно довольно дешевое. А это вот стоит 130. Вот такие же точно были сейчас летом. Вот из такой же ткани они стоили вот так же 130. Я думаю, что вот это шитье, наверное, стоит дороже, чем то предыдущее платье, которое я вам уже показывала. Там было такое мелкое шитье. А вот это крупное шитье, красивое очень. Посмотрите, как интересно манжет сделан. Интересно. Оно, видимо, стоит подороже. Красивое платье. Были они в конце и на распродаже. Вот такое же, типа, похожее. Видите, только тоже немножко другое шитье. Посмотрите его в сравнении. Видите, здесь такое. Очень симпатичное. Ну, я как-то к белому... Вот подруга моя купила такое платье на сейле. Сколько они стоят? 129. Вот сейчас, когда были на сейле они, эти платья, моя подруга купила запросто и с удовольствием будет носить. А я как-то к белому не очень. Ну все, друзья, я думаю, что мы все прошли, все посмотрели. Вот вам покажу манекенов. Народу, видите, полно. Все бегают, крутятся, совершенно невозможно снимать. Вот, и... Увидимся с вами, наверное, уже в следующем видео. Я, может быть, сниму примерки. Дети у меня тут бегают под ногами. Я, может быть, сниму примерки, схожу еще раз в Зару. Может быть, не в эту Зару, в другую, где народу поменьше. У меня есть еще один магазин рядом, ближе к моему дому. Этот магазин близко к моей работе. Ну, вот это я вам все показывала уже. Короче, этот магазин близко к моей работе, я в него заезжаю с работы, а возле дома у меня другой магазин, он поменьше. Я в него тоже иногда езжу, когда еду в Зару из дома. Ну все, дорогие друзья, всем привет, с вами была Дита, всех люблю, целую, пока-пока, бай.